Уважаемые зрители и участники спартакиады боевых искусств, непобедимая держава! Сегодня мы открываем юбилейное, 10-е мультиспортивное соревнование. Россия переживает настоящий бум увлечения спортивными единоборствами, которые укрепляют и тело, и дух. Спорт – это красота, здоровье, накал страстей. Спорт – это путь развития и преодоления себя. Спорт – это школа жизни. Мы приветствуем участников 10-й спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава». В этом прекрасном спортивном комплексе собрались лучшие молодые спортсмены Российской Федерации. Среди них победители и призеры чемпионатов России, Европы и мира. В Тольятти приехали команды из 27 регионов России, а также из Республики Беларусь, из Туркменистана, Казахстана, Азербайджана и Донецкой республики. 32 видов спорта и разыграют 850 комплектов наград. Спартакиада «Непобедимая держава» проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организаторами выступают Российский союз боевых искусств, Ассоциация Совет спортивной федерации города Тольятти, победитель второго конкурса социальных и культурных проектов АО «Ритек» в Самарской области в номинации «Спорт», правительство Самарской области, мэрия города Тольятти, Тольяттинский государственный университет, Военно-спортивный союз Михаила Тимофеевича Калашникова. Поддержку форуму оказывает Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», ОАО «Куйбышев-Азот», экипировочный центр «Коталбокс», выставочный центр «Экспо Тольятти», компании «Лукойл», компания «Лагуна», «Айрен Брю», «Фабрика сласти», производственная компания «Флора», система видеонаблюдения «СВ Вижн», добровольческое движение «Тольятти», наши информационные партнеры, телерадиокомпания «Губерния», радио «Спорт ФМ», газета «Площадь Свободы», портал «Проспорт 63РФ». 10-я спартакиада боевых искусств получила признание на высоком государственном уровне. С 2016 года она включена в единый календарный план спортивных мероприятий в Российской Федерации. Уважаемые друзья, сейчас я с огромным удовольствием приглашаю на эту площадку организаторов и почетных гостей «Непобедимой державы 2016». Прошу вас приветствовать Андрей Харин, Игорь Пасько, Евгений Юрьев, Сергей Андреев, Дмитрий Нигель, Илья Йорга, Айчи, Михаил Кокляев, Александр Дерунов, Андрей Степанов, Алексей Альшин, Алексей Борисов. Уважаемые друзья, и разрешите предоставить слово исполняющему обязанности министра спорта Самарской области Харину Андрею Николаевичу. Уважаемые организаторы, участники и гости, я всех вас рад приветствовать на значимом для региона спортивном мероприятии, мероприятии, которое пропагандирует различные виды единоборств и здоровый образ жизни. Правительство Самарской области и Николай Иванович Меркушкин большое внимание уделяет развитию спорта высших достижений, строительству спортивных объектов, и, конечно, массового спорта. Я хотел бы зачитать приветственный адрес от имени губернатора Самарской области, участников церемонии открытия спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава». Дорогие друзья, сердечно приветствую организаторов, участников и гостей 10-й юбилейной спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава 2016». Наша спартакиада стала не только одним из крупнейших спортивных событий Самарской области, но и значимым единоборческим форумом в масштабах всей России. Участники этого мероприятия неизменно демонстрируют высокое бойцовское мастерство, силу духа, разнообразие стилей и направлений единоборств. Спартакиада ежегодно расширяет свою географию. Ее программа становится все более разнообразной, интересной и насыщенной. Участие в соревнованиях такого уровня молодые спортсмены не только повышают свое мастерство,
но и получает опыт выступлений на самых представительских состязаниях. Уверен, что непобедимая держава станет еще одной вехой в дальнейшем развитии и популяризации боевых искусств в нашем регионе. Будет способствовать физическому и духовному воспитанию молодежи. От всей души желаю всем спортсменам интересных поединков и достойных побед, а зрителям спартакиады ярких эмоций и незабываемых впечатлений от нашего спортивного праздника. Губернатор Самарской области Николай Иванович Микушкин. Уважаемые друзья, слово для приветствия представляется первому заместителю исполнительного директора Российского союза боевых искусств Игорю Петровичу Пасько. Дорогие друзья, дорогие спортсмены, разрешите мне от имени Российского союза боевых искусств поздравить вас с этим замечательным спортивным праздником. Уже 10 лет мы все с вами собираемся на спартакиаде «Непобедимая держава». Это является одним из лучших проектов, который поддерживает Российский союз боевых искусств. И я надеюсь, что этот проект будет развиваться очень долгие-долгие годы. В России, в нашей стране, боевыми искусствами занимается более 4,5 миллионов мальчишек и девчонок. Более 60 видов боевых искусств входят в Российский союз боевых искусств. Многие эти виды сегодня представлены на этой спортивной площадке. Я желаю всем спортсменам победы и огромное вам спасибо, что вы нашли возможность принять участие в этом спортивном празднике. Спасибо вам. Слово для приветствия предоставляется президенту Военно-спортивного союза Михаила Калашникова Юрьеву Евгению Леонидовичу. Добрый день, дорогие участники, дорогие гости. Мы сегодня находимся на открытии 10-го юбилейного нашего праздника. Но если буквально чуть-чуть вспомнить о прошлом, то 10 лет тому назад все начиналось с фестиваля молодежи. И на этом празднике приняли участие всего 750 спортсменов. За самые короткие сроки этот фестиваль превратился в мощное движение. Надо сказать, что на сегодняшний день это по численности, по количеству участников и регионов самый большой праздник, который объединил в себе более 6 тысяч участников. И это очень здорово. На этом фестивале, спартакиаде, проводятся не только соревнования, но и вы, участники, обмениваетесь мнениями, обсуждаете перспективы и будущее спорта. И все прекрасно мы понимаем, что именно спорт позволяет сделать из человека человека, который способен достигать любых результатов. Я вам искренне желаю успехов в спорте, в жизни. И хотелось бы, чтобы этот праздник набирал обороты и стал центром мероприятий спортивных среди нашей молодежи. С праздником, дорогие друзья! Слово для приветствия предоставляется мэру городского округа Тольятти Сергею Игоревичу Андрееву. Всем привет! Как настроение? Математику в школе учили? Запомним три цифры. Первая цифра 10. Почему? Потому что сегодня 10-я спартакиада, юбилейная. Когда-то все начиналось просто с одного соревнования, в котором участвовали только тольяттинцы. Вторая цифра 40. Более 40 городов из разных стран сегодня представили свои команды на соревнования. И третья цифра 34. 34 вида боевых искусств. И тут проходят по ним соревнования в Тольятти в этот раз. И я всем вам желаю успехов. Уважаемые друзья, слово для приветствия представляется председателю Думы городского округа Тольятти Микель Дмитрию Борисовичу. Дорогие тольяттинцы, уважаемые гости нашего города, я также приветствую всех вас. Очень здорово, что уже 10-й раз Тольятти становится центром притяжения всех спортсменов, занимающихся единоборствами, силовыми видами спорта, которые своим примером реально уже показывают, что спорт, физкультура, здоровый образ жизни – это самые главные приоритеты в жизни любого молодого человека. Я искренне желаю всем вам успехов. Рассчитываем на то, что наш город, учитывая его развитие, будет еще более удобным и привлекательным для проведения таких массовых, знаковых для города мероприятий. И в будущем появятся у нас новые спортивные объекты. А сегодня пусть победит сильнейший из спортивных. Вам удачи. Уважаемые друзья, слово для приветствия представляется проректору ТГУ Сидлеру Борису Ильичу.
Я также хочу поприветствовать вас от лица Тольяттинского государственного университета, поздравить вас с открытием вот этого масштабнейшего мероприятия, тем более, что оно является юбилейным. И, конечно, пожелать вам всем и, прежде всего, участникам, чтобы не было у вас здесь серьезных травм, чтобы была бескомпромиссная борьба, честная, и, естественно, чтобы победил сильнейший. Вот, удачи вам в этом мероприятии. А мы, как соорганизаторы Тольяттинского университета этого мероприятия, всегда будем поддерживать вас тем, чем можем. Спасибо. Слово для открытия спартакиады представляется соорганизатором непобедимой державы, президенту Российского союза боевых искусств по Самарской области Алексею Борисову и депутату Тольяттинской городской думы Алексею Альшину. Дорогие друзья, рад видеть вас всех здесь сегодня. Хотел бы сказать, что то, что получается у нас, это получается не у кого-то одного. Хоккей — это игра командная. В данном случае в единоборствах тоже, хотя это индивидуальный спорт, то, что получается, получается исключительно общими усилиями. Ребята, я хотел бы вас попросить, вас всех, поаплодировать нашим почетным гостям, которые помогают нам. И кроме тех, кто выступал, я хотел бы попросить вас поаплодировать Айчи. Он приехал к нам из Парижа. Это один из лучших ребят, кто занимается капоэйра. Поаплодировать человеку, который фактически создал свой стиль карате, который 10-й дан по карате имеет, это доктор Илья Йорга. Человек, который выиграл в японцев в их же стиле, и Михаилу Кокляеву и Сергею Бузюку, нашим друзьям, которые много лет поддерживают наши мероприятия. И, естественно, легенду российского города Александра Гирунова. Уважаемые спортсмены, хочу вам пожелать, конечно же, удачных боев, красивых зрелищ и с праздником вас! Спасибо, друзья! Еще раз позвольте выразить слова благодарности организаторам, благодаря которым 10-я юбилейная спартакиада боевых искусств «Непобедимая держава» проходит на Тольяттинской земле. Это прежде всего Российский союз боевых искусств, Ассоциация Совет спортивной федерации города Тольятти, правительство Самарской области, мэрия города Тольятти, Тольяттинский государственный университет, военно-спортивный союз Михаила Тимофеевича Калашникова. Друзья, 10-я спартакиада «Непобедимая держава» объявляется открытой. Еще раз всем большое спасибо. С праздником вас! Серьезно, спортсмены?
это непобедимая держава. 10 лет. Ура! И все смотрим наверх. Так, и Маша, сразу все готовы. Да, улыбаемся. Наш аппарат поднимается. Все, все готовы. 3, 4. Корпус, ребята, пожалуйста. Вот. И, как я тебя учил, в сторону двигаешься.
Средний балл 3,67.
Андрей Сергеевич, конечно, вам благодарственное письмо. Прошу прощения, мы не будем все письма зачитывать, можно? От Федерации армейского рукопашного боя мы выражаем вам благодарность, низкий поклон. Спасибо вам, что вы есть. Выпускник Рязанского воздушно-десантного училища, мастер спорта по армейскому рукопашному бою Локотов Александр Александрович. Бойцы, я приветствую вас на этом турнире. Желаю всем ярких поединков, красочных побед. Сегодня будут и победители, и проигравшие. Но вы, парни, уже все победители, потому что вы выбрали настоящий мужской вид спорта, настоящих десантников, армейский рукопашный бой. Василий Филиппович Маргелов, основатель десантных войск, говорил: «Сбить с ног, сражайся на коленях, встать не можешь, лежа наступать». Этот девиз вы сегодня можете воплотить полностью в жизнь своими поединками. Всем удачи, слава ВДВ! Нашему почетному гостю, президенту Федерации смешанных единоборств по Самарской области, Лапшину Алексею Анатольевичу, Перешов Илья, Баландов Павел. Лоботюк Андрей Перс, подойдите к судейскому столу. Уйти! Sure.
время. Пока. Zero point. Zero. Zero. Идем. Так. Может, позвать, а? Заморозит у тебя. Сейчас позову. Победу одержал Гарипов Денис. Внимание, представители регионов. Награждение состоится завтра в 12 часов. Победу одержал Потапов Никита. На татами приглашается Гарипов Денис, Потапов Никита. Thank you.
Жемчугу. Победу одержал Гарипов Денис. Спортсмены построились. Категория кумите юниоры 16-17 лет. Третье место Дугдаров Тимурхан. Второе место Потапов Никита. Первое место Гарипов Денис.